Добрый вечер. Мы встречаемся сегодня перед Пуримом, и в связи с этим, по просьбе Натана, в частности, мы решили на одно занятие отойти от текучки, от разбора маковейских книг, которые больше связаны с Ханукой, чем с Пуримом, и посвятить это занятие грядущему Пуриму. И я раздумывал о том, о чем говорить, потому что мы на протяжении этого курса как-то раз посвящали специальное занятие Мегилат Эстер, Пуриму. И я почувствовал, что невозможно уклониться в такой ситуации от разговора, который так или иначе связан с сегодняшними событиями. Потому что, в общем, всем нам ясно, что то, что произошло в Израиле в последнее время, последние полгода, в немалой степени могут напомнить нам то, о чем мы будем читать в Мегилат Эстер в скором времени. И перед тем, как, собственно, озвучить тему, я бы хотел поделиться со слушателями, часть из которых знает об этом, а часть, может быть, нет, о некой переписке, которая была у меня в последние несколько дней между мной и одним моим знакомым, который опубликовал открытое письмо, и на это открытое письмо я ответил своим открытым письмом. В двух словах, то, что этот мой знакомый писал, сводится к следующему. Израиль на протяжении 6 последних месяцев ведет чудовищную неоправданную войну, в результате которой 2 миллиона жителей Газы терпят неслыханные страдания, и эти страдания не могут быть оправданы никакими ужасами 7 октября. Я сразу же оговорюсь, этот знакомый, разумеется, не поддерживает Хамас и вовсе не считает справедливым и заслуживающим хоть какого бы то ни было оправдания то, что Хамас сделал в Израиле 7 октября, но при этом он утверждает, что реакция Израиля была бессмысленной, бесперспективной и привела только к тому, что какие бы то ни было надежды на нормализацию отношений и на искоренение конфликта пропало на ближайшие несколько поколений, если не навсегда. Более того, этот знакомый сравнил действия Израиля с действиями путинской России по отношению к Украине. Я ответил своим письмом, в котором изложил свои соображения на этот счет, отвергая те тезисы, которые этот мой знакомый изложил, считая, что та война, которую ведет Израиль, это война справедливая. Трудно на сегодняшний день понять однозначно, каковы ее перспективы, но понятно, что осуждать Израиль после того, что совершили бандиты из Газы, совершенно невозможно, и, соответственно, невозможно сравнивать действия Израиля с агрессией Путина, которая, в свою очередь, если и может быть с чем-то сравнена, то только лишь с действиями Гитлера или Сталина в начале Второй мировой войны. Да? Гитлер захватывает Польшу, нападает на Польшу, Сталин нападает на Прибалтийские республики и на Восточную Польшу. В случае Израиля речь идет о войне отечественной, которая, помимо прочего, явилась следствием, на мой взгляд, как я это выразил в письме, слепоты, которую можно даже назвать преступной слепотой, правительства Израиля, которые на протяжении 30 лет жили в плену некоторых иллюзий касательно умиротворения агрессора.
Когда агрессор пытается умиротворить, дело кончается еще большей агрессией. Это в качестве преамбулы в нескольких словах то, что подвигло меня на сегодняшнее обсуждение. И вот я решил в связи с Пуримом напомнить вам четыре текста, которые описывают три из них непосредственно, четвертый в каком-то смысле имплицитно, скрытым образом, войну с Амалеком. Библейские тексты. Мы на протяжении сегодняшнего разговора будем обращаться и к текстам более поздним, но в основе будет лежать обсуждение библейских текстов и попытка их понять, что нам, собственно, говорят. На самом деле, вопрос, которым занимаются впоследствии и более поздние интерпретаторы, толкователи текста, мудрецы эпохи Талмуда, вопрос, который не может не занимать, почему именно Амалек, поскольку библейские тексты описывают много разных врагов, с которыми Израилю приходится воевать, начиная, скажем, с Египта, да, и египетский фараон, и вся история, связанная с уходом из Египта, с попыткой фараона настичь Израиль и то ли вернуть обратно, то ли уничтожить. Или, скажем, например, Мидьян. Да, в Торе несколько раз подчеркивается, что мидьянитяне – смертельные враги Израиля, которые приводят к отпадению Израиля от Бога. Или, например, такая фигура, как Эдом. Эдом, который, согласно текстам Танаха, является народом, произошедшим от брата Иакова Исава, и Эдом на каком-то этапе становится символом зла, символом такого ультимативного врага. Есть тексты еврейских пророков, скажем, текст в книге Ирмияу, текст книги Хизкеля, тексты второй Исаии, которых Эдом объявляется таким ультимативным врагом. Видимо, непосредственной причиной этого явилось то, что согласно этим текстам и тем историческим реконструкциям, которые мы можем, исходя из этих текстов, построить, Эдом сотрудничал с вавилонянами в момент разрушения Иерусалима. Ну и сам Вавилон тоже предстает как смертельный враг. Когда мы читаем 137-й псалом, там произносятся довольно жуткие слова в адрес Вавилона. Говорится: дочь Вавилона, грабительница, счастлив тот, кто разобьет твоих детей о скалу. Это, в общем, такие тяжелые слова. Тоже можно сказать и об Ассирии, предшественнице Вавилона и так далее. Да, то есть, как бы, на самом деле претендентов было немало. Но можно сказать так, что часть из этих претендентов остались далеко в прошлом и мало как влияют на настоящее. Да, кстати, потом можно упомянуть и греков, и римлян. Есть те, которые сохранили некоторую свою символическую роль, да, вот тот же Эдом, который был потом впоследствии стал впоследствии символом христианской цивилизации, которая на протяжении долгих веков угнетала и преследовала евреев. В этом списке я еще, естественно, забыл Ишмаэля, забыл просто потому, что в самом Танахе Ишмаэль и его потомки не предстают, как правило, как серьезные враги Израиля. В первую очередь, потому что у них, собственно, и государственности никакой тогда не было. Вот, но впоследствии, в средние века и далее, когда
арабская цивилизация стала исламской, тогда вновь всплыла фигура Ишмаэля как фигура врага, и каковой статус она сохраняет до сегодняшнего дня. Однако, несмотря на все это, именно Амалек получил какой-то совершенно особенный статус в еврейской традиции, в еврейской истории. При этом надо иметь в виду, что никакого этнического Амалека давным-давно нет. Да? И в этом смысле он исчез так же, как исчезли ассирийцы, вавилоняне, древние греки, древние римляне. Ничего от него уже не осталось. Но, несмотря на это, та символическая роль, которую играет Амалек в еврейской традиции истории, осталась. И это тот первый вопрос, на который мы попытаемся сейчас ответить. Он на самом деле не столь уж загадочен, этот вопрос, по большому счету, но все-таки на него надо ответить. Так вот, я обращусь к первому из текстов. А, итак, заголовок у нас таким образом, заголовок у нас таким образом: «Как победить врага? Четыре библейских рассказа о войне с Амалеком». И первый из этих рассказов, естественно, находится в книге Исходов, в книге Шмот, в 17 главе. Теперь попутно с вопросом, почему Амалек, я хотел бы озвучить еще один вопрос, помимо того, который находится здесь в заголовке, а именно, что, собственно, мы можем почерпнуть из этих текстов, древних текстов, что в каком-то смысле послужило бы нам уроком сегодня? Что мы можем принять? Что, быть может, мы можем отвергнуть? Вот как бы на эти вопросы мы ответим сейчас на протяжении нашего короткого разговора. Итак, первый текст повествует о том, что народ Израиля, выйдя из Египта и оказавшись в пустыне, дошел до некоего места, называемого Рефидим, и там не было воды. Достаточно воды, чтобы пить, и начался ропот. Народ стал предъявлять претензии Моше. Это не единственный случай, когда такого рода претензии предъявляются по поводу питья, по поводу еды, по поводу трудной дороги, по поводу того, что Моше узурпировал власть. И вот Моше приходит в отчаяние. Да, он обращается к Богу и говорит: что мне делать? Они сейчас меня побьют камнями. Они меня сейчас просто уничтожат. И Бог велит Моше взять в руки, я сокращаю немножко текст в пересказе, посох, которым когда-то он ударял по Нилу, и этим посохом следует ударить по скале, и из нее выйдет вода. И так Моше и делает. И дальше говорится: и дал имя этому месту Масса Умерева, то есть испытание и тяжба, испытание и спор, из-за того, что сыновья Израиля спорили, ссорились и испытывали Господа, говоря, есть ли среди нас Господь или нет. И в следующем стихе говорится: и пришел Амалек и воевал с Израилем в Рафидиме. Я здесь сделаю маленькую остановку и сразу же, как бы еще до ответа на вопрос, почему Амалек, я обращу ваше внимание уже на некий действительно урок, который мы можем извлечь из этого текста касательно сегодняшнего дня. На этот урок уже указывают мудрецы Мидраша и Талмуда, когда говорят следующее. Собственно, в Торе
мы сталкиваемся с неким явлением, которое не является постоянным, но бросается в глаза. А именно то, что нарратив в Торе не всегда является четко последовательным. Не в смысле хронологии, а в смысле того, как одно событие проистекает из другого. Есть действительно тексты, в которых все очень ясно. Например, история Иосифа и его братьев в книге Берешит. Там все соединено скрупулезно друг с другом. Одно из событий прямо вытекает из другого. Ясно, что они связаны причинно-следственной связью. Но это отнюдь не всегда так. Достаточно посмотреть, например, на рассказы об Аврааме в Торе. Так и здесь обстоит дело. Когда мы читаем этот текст, ощущение такое, что начиная с 8 стиха, где сказано «И пришел Амалек и воевал с Израилем», начинается совершенно новый автономный рассказ, который, если и имеет отношение к предыдущему, то только лишь в том смысле, что события происходят более-менее в одном и том же месте. Да? Там Рафидим, здесь Рафидим. Но у мудрецов Мидраша и Талмуда есть некое золотое правило, толкование текста Торы, которое они называют смехут паршиот. Смехут паршиот значит связь, в таком вольном переводе, связь между следующими друг за другом текстами. Поскольку мудрецы исходят из некой непреложной аксиомы, что в тексте Торы ничего не может быть случайного, а поэтому и композиция ее продумана до мелочей, то отсюда следует, что даже если мы сами не видим этой причинно-следственной связи, то она на самом деле есть. И в данном случае они говорят вот о чем. Когда враг нападает на Израиль, в тот момент, когда в Израиле возникает сомнение в том, есть ли среди него Бог. Или, иными словами, с нами ли Бог. Или, еще более расширительно, когда в Израиле начинается раздор, и друг с другом никто не согласен. А когда начинается некий процесс, который приводит к взаимной ненависти. И это то, что мы наблюдаем в нашем тексте. Да? Моше жалуется Богу, что еще немного его закидают камнями. И в этот момент Израиль оказывается слаб, и на него нападает враг. Мидраш толкует разными способами название Рафидим, топоним. Одно из толкований – рифьон ядаим, буквально слабость рук. Израиль оказывается слабым. И это, естественно, лазейка для того, чтобы враг напал. Поскольку мудрецы, опять же, формулировали некое правило, согласно которому события прошлого бросают свет на события настоящего и события будущего, являясь некой матрицей, которая потом как бы не дублируется, а репродуцируется, или как бы есть некие, ну, условно говоря, генная система, которая порождает что-то себе подобное. Это было в средние века сформулировано, как правило, Маасе Авот Симан Либаним, деяние отцов, знак для сыновей. Вот. То невольно начинаешь думать, что это ровно то самое, что произошло сегодня с Израилем. Нападению врага предшествовал такой вот раздор, внутренняя слабость, отсутствие сплоченности, ненависть друг к другу. Это то, что мы наблюдаем здесь. Теперь дальше рассказывается история самой войны, которая крайне необычна. А тут говорится, что Моше обращается к Йошуа, который, кстати говоря, появляется здесь впервые, будущий преемник Муше, и говорит ему, выбери людей и воюй с Амалеком. Я же буду стоять на вершине холма, и в руке моей будет Божий посох.
уже как бы из этих слов очевидно, что война будет вестись в двух плоскостях. Есть некоторое поле боя, и есть над ним стоящий Муше, в руке которого посох Божий. Посох Божий, который обозначает некую связь с Богом. И Иошуа делает так, как ему велел Муше, и начинается война. Начинается бой, в то время как Моше в сопровождении двух людей, один хорошо знакомый, другой мало знакомый нам, Аарон и брат Моше и Хур, поднимаются на вершину некоего холма. Дальше говорит совсем уже странная фраза. И когда Моше поднимал руку, видимо, ту руку, в которой был посох Божий, то побеждал Израиль. Когда он опускал руку, то побеждал Амалек. И вот руки Моше тяжелы, и поэтому под него, видимо, Аарон и Хур подставляют камень, и он сидит на него, садится на него, а Аарон и Хур поддерживают его руки каждый со своей стороны. И были руки Моше твердыми до захода солнца. И низложил Иошуа Амалека, победил Амалека и его народ. Видимо, Амалек служит здесь как названием народа, так и, видимо, именем его руководителя. А возможно, сколько нам ничего не известно о верованиях народа Амалек, более того, как бы среди внешних свидетельств нет упоминаний народа по имени Амалек. Вот, и поэтому вполне возможно, что это имя божества. Да, потому что побеждается и божество, точно так же, как побеждаются боги, египетские боги, говорится в Торе во время исхода из Египта, так и здесь побеждается божество по имени Амалек и его народ, носящий это же имя. И сказал Господь Моше: напиши это в свиток на память и скажи об этом Иошуа, что я сотру память об Амалеке из-под небес. И построил Моше жертвенник и назвал его Господь знак мой и сказал, ибо рука Господа ибо рука на престоле Господа, это клятва Господа, война у Господа с Амалеком навеки, мидор-до. Теперь, как бы, вся эта ситуация, повторяю, является из ряда вон выходящей. Ни одна из войн, описанных в Танахе, не описывается таким образом. Есть войны, в которых вмешательство Бога описано совершенно прямым и непосредственным образом. Более того, подчеркивается, что именно Бог ведет военные действия, а скажем, народ Израиля в этом не участвует. Например, опять же, в той же истории с Египтом, что нам говорится? Бог передает Моше, чтобы тот сказал народу: вы должны стоять и смотреть, как я буду воевать с египтянами. Ашем илахем лахем ваатем тахаришун. Господь будет воевать за вас, а вы молчите. Здесь ситуация какая-то совершенно из ряда вон выходящая, потому что Бог участвует только словесно в конце, а есть вот эта странная сцена с руками Моше и с посохом Божьим. Теперь, поскольку время у нас не резиновое, я мог бы весь урок посвятить этим нескольким стихам, но скажу только буквально пару фраз, что можно, конечно, увидеть здесь некоторую форму магии, какой-то осколок, эхо языческих представлений о том, что культовый предмет, который руководитель держит в руке, может сам по себе приносить победу. Но такая идея крайне не нравилась будущим поколениям комментаторов, которые стремились к тому, чтобы искоренить какие-либо следы магии из Танаха. А следы эти есть, но при этом надо иметь в виду, что сам Танах в целом не приветствует магию и отвергает, как правило,
ее, воспринимая магию как языческое средство. Поэтому уже на достаточно раннем этапе, мы видим это в Мишне, а Мишна все-таки довольно древний текст, в Мишна Рош-Ашана задается вопросом, а что в самом деле руки Моше одерживают победу или, не дай бог, приносят поражение, если опускается? Нет, нет, не в этом дело. А дело в том, что руки Моше – это некий знак. Когда они поднимаются вверх, это знак связи с Богом, и тогда глаза всего Израиля направлены тоже к Богу, и как бы сердца их принадлежат Всевышнему. Более того, как мы видим из арамейского перевода, из перевода Онкелоса, в самом стихе есть некая зацепка для такого понимания, а именно слова «Вейги ядав эмуна от Бога Шамыш». Я перевел это буквально. «И были руки Моше, и были руки его тверды до захода солнца». Но слово «эмуна», которое действительно буквально обозначает быть твердыню, твердость, имеет в Танахе и переносное значение – уверенность и вера. И поэтому Онкелус, когда переводит этот стих, он говорит: «И руки Моше были простерты к небу в молитве до захода солнца». Да, то есть это как бы война, получается, если исходить из этого комментария, которая действительно велась одновременно. Обычно бывает иначе. Сначала молятся, потом воюют. Так это описывается в Танахе. А здесь одновременно, если понимать это так, молитва или некая обращенность к небу, которая поддерживает военные действия внизу и обеспечивает победу. Есть некое единение Вышнего и Низшего миров. Таким образом, с точки зрения мудрецов, было преодолено то состояние раздора, ссоры, как с Богом, как у Израиля с Богом, так и внутри самих себя, которое предшествовало нападению Амалека. То есть, когда Израиль един и чувствует, да, переводя на сегодняшний язык, свою правоту перед Богом, тогда одерживается победа. Теперь очевидно совершенно, что то, что послужило основой для избрания Амалека на вот это не то чтобы сомнительную, но, в общем, такую непростую роль главного врага еврейского народа, непосредственным основанием к этому явилась клятва Бога. Да? Бог клянется, что Он будет вести войну с Амалеком из поколения в поколение. Да? Это беспрецедентное заявление, которое мы не встречаем, опять-таки, нигде больше в Танахе по отношению к какому-то ни было другому обществу. Да, есть очень жесткие слова, например, по отношению к тому же Эдому. Но вот такой клятвы, война из рода в род навеки, такого больше нет нигде. Это, конечно, заставляло задаться вопросом, а почему? Что, собственно, сделало такого Амалек, помимо того, что он напал на Израиль, из-за чего его, как бы, вот ему предоставили такую роль. И я сейчас как бы перескочу через несколько этапов, потом мы к этому вернемся. Вот, но тот, кто знаком с тем, как изображается Амалек в раввинистической традиции, тот помнит и знает, что Амалеку инкриминируется нечто, что из нашего текста никак не вытекает, а именно
абсолютная, можно сказать, иррациональная ненависть к народу Израиля и к его Богу. А это заявляется в разных мидрашах очень последовательно. В одном из поздних мидрашей это еще подкрепляется генеалогически. Дело в том, что согласно 36 главе книги Берешит, где приводится генеалогическое древо Эсава и Эдома, там говорится о том, что Амалек был внуком Эсава через его сына Элифаза и наложницу Элифаза по имени Тимна. От них-то и родился Амалек. И вот этот поздний средневековый мидраш говорит о том, что Эсав завещал Элифазу, а Элифаз завещал Амалеку ненависть к потомкам Якова. Да, оскорбленный, обиженный Эсав за то, что у него забрали благословение, вот он завещал эту ненависть, и эта ненависть горит в сердце Амалека. Значит, опять же, сам Танах нигде явным образом это не формулирует. Нигде такого в Танахе нет. Танах, правда, в тексте, который мы будем читать в следующий шаббат, формулирует нечто, что отсутствует в книге Шмот, но есть в книге Дворим. Я на самом деле припас этот текст для самого конца, но я уже сейчас вам его покажу. Это известный очень текст, где как бы приводится некая рефлексия по поводу вот этой войны. И начинается со знаменитых слов: «Помни, что сделал тебе Амалек, когда ты выходил из Египта». И там Амалеку инкриминируется нечто более серьезное, чем просто нападение в пустыне. Там говорится, что он уничтожал у тебя всех слабых, которые шли за тобой. То есть, иными словами, то, что можно назвать на сегодняшнем языке военными преступлениями или преступлениями против человечности. И опять же, немедленно возникает ассоциация с тем, что произошло 7 октября прошлого года, потому что это ровно то самое, что сделали бандиты Хамаса. А? Напали на слабых и беззащитных и уничтожили. Теперь и от этого первого рассказа я, с вашего разрешения, предоставлю возможность, ну, как бы задавать вопросы и делать какие-то замечания после того, что закончу эту свою краткую, это свой краткий экскурс. Вот мы перейдем ко второму рассказу. Второй рассказ, который там мы не будем читать во всех подробностях, потому что он длинный, равно как и третий. Это рассказ очень знаменитый из книги Шмуэля о том, как царь Шауль, первый царь Израиля, был послан Богом воевать с Амалеком. Он был послан воевать с Амалеком, и это формулировалось таким образом: «Я тебя помазал в цари, теперь, так говорит ему пророк Шмуэль, и теперь я, да, от имени Бога это говорится, решил наказать Амалека за то, что он сделал тебе, когда ты выходил из Египта». Вполне возможно, что подразумевается, что как бы здесь не говорится прямо, что именно сделал Амалек. Возможно, как бы здесь некоторое соединение текстов из книги Шмот и из книги Деварим. «Иди же и уничтожь Амалек. Уничтожь все и не жалей ничего». Тут такие очень жестокие слова: от мужа до жены, младенцы, от юноши до младенца, от быка до верблюда и осла, все должно уничтожить. И Шауль идет туда, идет на эту войну. Теперь, еще до того, чтобы перейти к следующему этапу, я хотел бы сказать, что уже, опять же, ранние комментаторы
чувствовали себя крайне неудобно, читая этот рассказ. Крайне неудобно. Потому что как бы все-таки вот это такое ультимативное требование уничтожить всех подчистую, оно вызывает не только у современного читателя, но и у читателя в древности ужас и страх, ужас и как бы отторжение. Во всяком случае, есть Мидраш, который в частности приводится в Вавилонском Талмуде в трактате Йома, в котором Шауль обращается к Богу и говорит, да, этот мидраш строится вокруг вот слов, которые здесь в 5 стихе, и пришел Шауль до города Амалека и воевал около реки, около русла. Да, и вот это Ваярев, Банахаль обыгрывается в мидраше, и говорится, что Шауль спорил с Богом, или во всяком случае обратил к нему претензию и сказал, я не понимаю, если взрослые виноваты, то чем виноваты дети? Если люди виноваты, то чем виноваты животные? Почему надо их всех уничтожать? Ответ, который дает этот мидраш, весьма сомнителен. Да, там цитируется текст из книги Коэлет, где сказано «не будь слишком праведным». Говорится «не будь слишком праведным, Шауль». Вот. Но сам по себе вопрос симптоматичен. То есть как бы комментаторам было тяжело с этим текстом. И вот эта внутренняя тяжесть, неготовность принять идею о тотальном уничтожении даже жестокого врага, это некое послание, которое дошло и до нас сегодня. Мы сегодня воюем с жестоким, безжалостным, лицемерным врагом. И тем не менее, отнюдь не только, как мне представляется, из-за внешнего давления, оказываемого на Израиль, но из-за каких-то внутренних тормозов морального свойства, Израиль не готов позволить себе, ну, скажем, ковровые бомбардировки газа. А это невозможно представить себе, и поэтому производятся разного рода действия, которые бы предотвратили гибель людей, которые, по предположению, не вовлечены в террористическую деятельность Хамаса, хотя это отнюдь не так просто установить. Ну, скажем, можно говорить о детях. Детях, стариках. То, что самих боевиков Хамаса, конечно, никак не волновало и не интересовало. Ни в отношении еврейского населения, ни в отношении своего собственного. Так вот, возвращаясь к нашему рассказу, Шауль идет на войну, но при этом нарушает два условия, которые перед ним поставлены. Фактически, то, что требует Бог от Шауля, здесь это обыгрывается, говорится, ахрамтем. Да, есть такое понятие херем, которое имеет два значения. Одно из этих значений – это уничтожение, а другое заклятое, то, что нельзя, то, чем нельзя воспользоваться, это как бы принадлежит Богу. Так вот, здесь это в каком-то смысле обыгрывается и говорится, что ты ничем не можешь поживиться, никакой трофей не можешь взять у Амалека, это все не принадлежит тебе, это все подлежит тотальному уничтожению, это принадлежит Богу. И Шауль нарушает это требование в двух аспектах. Он щадит отнюдь не детей, и не женщин, и не стариков, а щадит царя Амалека, которого зовут здесь Аган, и, кроме того, берет в качестве трофея лучший скот. Это вызывает категорическое осуждение со стороны Бога и пророка Шмуэля
Бог объявляет, что он жалеет о том, что Шауль был воцарен над Израилем, и царство это будет отвергнуто у Шауля. Оно будет передано тому, кто лучше его. Сам Шауль сначала отпирается и пытается найти оправдание своему поведению. В частности, говорит о том, что скот в качестве трофея был взят именно для того, чтобы принести его в жертву Богу, но пророк обрывает его и говорит: послушание важнее жертв, лучше жертв. Шмоами зевахто. Что касается царя, то тут у Шауля нет никакого оправдания. Он его и не пытается приводить. Мы можем лишь додумывать, почему он пощадил царя. Может быть, считал, что царь не должен принять ту же участь, что и весь остальной народ, а может быть, считал, что царя следует казнить отдельно. Во всяком случае, так или иначе, царя убивает мечом пророк Шмуэль и говорит при этом поэтической форме: «Каашер шикла нашим харбеха, кентишкальми нашим имеха». Так как твой меч лишал жен их детей, так лишится своего сына твоя мать. И убивает Агага, царя Амалека. При этом, опять же, последующее поколение комментаторов говорит такую вещь, это в связи с этой историей с Шаулем. Говорит так: тот, кто проявляет милосердие к жестокому врагу, сам в результате оказывается жестоким по отношению к невинным. Я немножко изменяю буквальный текст. И в самом деле, как бы Шауль служит здесь иллюстрацией, в этом мидраше говорится: вот он пожалел Агага, а при этом, уже после этих событий, когда он преследовал Давида, он был готов, во-первых, Давида убить, но в частности он уничтожил город священников Нов по подозрению в том, что они поддержали Давида. А кроме того, был готов даже убить своего собственного сына за то, что тот поддерживал Давида. А вот человек, который пощадил врага, но готов уничтожать своих людей. Опять же, мы можем это в качестве некоего урока интерполировать в нашу сегодняшнюю действительность. Это касается как вообще истории государства Израиль, которое, будучи государством западного типа и разделяющего с западными государствами те ценности, которые принято называть гуманистическими, очень часто, по крайней мере, такие вещи зафиксированы, впадает вот в тот грех, который можно инкриминировать Шаулю. Израиль готов иногда жертвовать своими ради того, чтобы пощадить врагов. Я сейчас не делаю никакого оценочного суждения. Я просто указываю на некий факт. В частности, один из критических голосов, который раздается сегодня из разных мест, это то, что Израиль подвергает риску своих собственных солдат в войне в Газе с тем, чтобы не уничтожить тех, кого условно называют теми, кто не замешан в террористической деятельности Хамаса. Сегодня, не далее как сегодня, я слышал взволнованную и полную гнева
короткую речь такого востоковеда израильского, арабиста Мордехая Кедара, который указывал на то, что солдаты были, я не помню сейчас название этого района в Хан-Юнисе, кажется, который район названный именем предыдущего эмира Катара, и что там были очень сильно, были наложены сильные ограничения на открытие огня, и, как выясняется, за этим всем стоит нежелание конфликтовать с Катаром, в котором сейчас ведутся переговоры по поводу достижения сделки по обмену пленными, по освобождению заложников. И вот Мордехай Кедар с возмущением говорил о том, что солдаты подвергаются страшнейшему риску вот из-за того, что этот район был построен на деньги того самого эмира, назван его именем, и не хотят с этим связываться. В каком-то смысле тот самый грех Шауля. Отсюда, да, и еще один момент, о котором говорит Мидраш, он нам чуть через несколько минут понадобится, это Мидраш, который говорит о том, что как раз из-за того, что Шауль пощадил Агага, и тот прожил одну лишнюю ночь на свете, он сумел встретиться со своей женой, и благодаря этому род Агага Амаликитянина не прервался и продолжался вплоть до персидской эпохи. Как именно, мы сейчас увидим. Теперь третий текст, на который я хотел бы обратить ваше внимание, тоже довольно длинный, поэтому я тоже вкратце его вам представляю. Это, опять же, текст из книги Шмуэля, глава 31. Очевидно совершенно, что этот текст строится как некая антитеза предыдущему рассказу. Шауль воюет с Амалеком, Давид воюет с Амалеком. Эти тексты изначально, видимо, создавались разными авторами. В это я сейчас вникать не буду, это отдельная история. Но в результате так это композиционно построено, что текст о войне Давида с Амалеком является как бы некоторым исправлением войны Шауля с Амалеком. И этот текст чрезвычайно напоминает нам произошедшее с нами сегодня. Давид в это время еще не царь. Он находится в бегах от Шауля находит убежище как раз-таки у врага, у царя филистимлян, царя Гата Ахиша. Тот предоставляет ему его распоряжение город Циклаг, находящийся в Негеве. И вот в какой-то момент, когда Давид вместе со своими людьми не находится в Цикладе, а участвует в неких военных действиях, которые я сейчас тоже вдаваться не буду, амаликитяне, говорится здесь, напали на Циклаг, уничтожили город, сожгли его огнем и забрали в плен всех женщин и детей. Не умертвив, правда, никого, в этом смысле они повели себя гораздо более, скажем так, гуманно, чем повели себя бандиты Хамаса. Так что всегда есть место прогрессу, так сказать, в злодеяниях. Вот. И они уводят их в плен. Давид и его люди возвращаются в город, и что они обнаруживают? Город сожжен, а жены и дети, сыновья и дочери захвачены в плен. Давид плачет, народ плачет. Значит, как тут так эмоционально сказано, вплоть до того, что уже не было сил плакать. Все это напоминает нам недавние события. Более того, две из жен Давида тоже были захвачены в плен. Давид чувствует, что так же точно, как и в истории
первый с Амалеком в истории с Муше, его сейчас просто забьют камнями от отчаяния, от того, что вот такое допущено. Но тем не менее, как тут говорится, и несмотря на это, Давид укрепился в Господе и обратился к священнику Эвиатару и сказал ему: «Поднеси мне эфод». И через этот эфод, через священника, Давид обращается к Господу с вопросом: «Преследовать ли мне амаликитян или нет? То есть, могу ли я спасти пленных?» В отличие от Шауля, который не обращается к Богу, который, правда, послан самим Богом, но дальше производит, как бы, принимает некие решения на свое собственное усмотрение и нарушает волю Бога. Давид здесь предстает как человек, который исходно сверяет свои действия с волей Бога. Бог говорит ему: иди, ты спасешь. И Давид идет. Дальше там рассказывается некая вставная новелла о том, как поймали языка некоего египтянина, который был рабом у амаликитян. И Давид получает от него информацию, исходя из которой он понимает, где находятся, собственно, амаликитяне, и он таким образом может их догнать. Что же он видит? Он видит, как они беспечно пируют и празднуют свою победу, весь тот по поводу всего того огромного трофея, который они захватили. И тогда Давид нападает на них и целый день бьет их, и не остается от них ни одного человека, кроме 400 юношей, которые убегают. При этом это число 400 повторяется здесь в рассказе дважды, потому что сам Давид тоже идет с 400 своими воинами сражаться с Амалеком. Сначала их 600, но 200 в результате остаются около обоза. И Давид освобождает всех заложников, забирает весь тот трофей, который захватили амаликитяне, как у филистимлян, так и в Иудее. Он берет это и приходит к тем 200 людям, которые не смогли воевать, а остались при обозе. И тогда тут говорится, что встают некие негодные люди, которые говорят Давиду: они же с нами не ходили, почему мы должны делиться с ними тем трофеем, который у нас есть? Давид отвечает: нет, братья мои, это несправедливо поступить так. Господь дал это нам и сохранил нас. Кто же послушает то, что вы говорите? Нет, нужно поровну поделить трофей, который был захвачен на войне, между теми, кто воевали, и теми, кто были при обозе. И любопытно, что это единственный случай вне Торы, где руководитель устанавливает некий закон, да, некий закон. Это некий закон военный, да, который должен продемонстрировать единение народа. Мы сейчас страдаем, в частности, я сейчас, естественно, за неимением времени не берусь разбирать конфликты и просто констатирую тот факт, что даже во время войны, несмотря на, конечно, усилившееся единение народа, тем не менее мы продолжаем страдать от раскола, от взаимного непонимания и так далее. Рассказ о том, как Давид победил Амалека, может продемонстрировать нам как некую надежду на то, что и мы сможем в конечном счете добиться того, чего добился Давид. Хотя нам это сделать значительно труднее, вследствие опять того же прогресса, который предоставляет злодеям гораздо больше инструментов для издевательств над невинными.
так и некое единение. Единение народа Давид посылает не только тем, кто находится при обозе, но и в разные весе иудеи части этого трофея. Здесь мы доходим с вами до последнего из текстов, хорошо нам всем знакомого, до текста книги Эстер. Поскольку время наше постепенно подходит к концу, я, может быть, задержусь на несколько минут, но все-таки это важно озвучить. Значит, книга Эстер сама по себе никак не декларирует, что происходящие в ней события каким-то образом связаны с Амалеком. Однако мы знаем, что уже начиная с Флавия Иосифа и далее в раввинистической литературе, Аман, гонитель евреев, был отождествлен с потомком Амалека. Тот мидраш, который я упоминал, и согласно которому Аган, царь Амалека, перед своей гибелью, перед своей казнью, сумел встретиться с женой, и таким образом род его не прервался. Вот, согласно этому мидрашу, Аман как раз и есть потомок царя Агага. Теперь, как бы на основании чего такое утверждается? Это утверждается на основании всего-навсего того, что Аман назван Агаги. И хотя можно найти внутрииранское объяснение, этимологию этого имени, Агага. Тем не менее, мы можем с некоторым основанием утверждать, что сам автор книги Эстер, который вообще как бы в качестве своего основного художественного приема избрал сокрытие от читателя каких-то прямых указаний, а лишь оставил намеки, так и здесь. Если бы это был бы только Аман ха-Агаги, этого бы, конечно, было недостаточно. Но дело в том, что главный противник Амана, Мордехай а-Иуди, происходит из колена Бениамина, и в его генеалогическом древе упоминается некто Киш. А Киш – это никто иной, как отец царя Шауля. Очевидно, что автор книги Эстер намекает нам на то, что противостояние Мордыхая и Амана – это в каком-то смысле противостояние, ремейк противостояния Шауля и Агага. Более того, следует отметить, что несколько раз на протяжении 9 главы, в которой описывается то, как иудеи мстят своим врагам, так вот, несколько раз проговаривается такая фраза: на трофей не простерли руки своей. Как бы опять же, не надо быть особо проницательным читателем, чтобы почувствовать связь с историей Шауля. А, значит, как бы нам говорят, что то, что не сделал Шауль, или то, что сделал Шауль, от этого уклоняются евреи под предводительством Мордыхая и Эстер. Они не берут трофей. С другой стороны, если Шауль пожалел Агага, царя Амалека, то в описании книги Эстер подчеркивается, что как сам Аман, так и его 10 сыновей были преданы казни. И таким образом род гонителя евреев был искоренен. Но есть еще одна чрезвычайно важная деталь, которую мы должны иметь в виду, когда мы читаем книгу Эстер. На мой взгляд, она чрезвычайно важная, и не всегда на нее обращают внимание. И она имеет значение для нас сегодня, как некий урок. Если в самом деле автор книги Эстер создавал здесь некий
ремейк или, если угодно, некое исправление истории войны Шауля с Амалеком, так же точно, как история Давида с Амалеком, исправление той истории, то тогда тут намечается некая, обнаруживается некая деталь, которая-то потом, видимо, и послужит мудрецам Мидрашей и Талмуда, когда они создают образ Амалека, ненавистника Израиля. Ибо в книге Эстер противостояние Амалеку и требование уничтожить его, если перед нами действительно Амалек, получает свое, как бы сказать, историческое и этическое объяснение. Потому что все начинается с того, что Аман жаждет уничтожения евреев. Он жаждет уничтожения евреев, он готов купить у царя это уничтожение. Он не знает о том, что... Он не знает о том, что на самом деле жребий бросается в месяц Нисан, в месяц избавления евреев от египетского рабства. Поэтому, как бы, с точки зрения автора книги Эстер, хотя он этого напрямую не говорит, но он на это намекает, да, как бы, планы Амана заранее обречены на провал. Но самое главное состоит в том, что то, что делают на самом деле евреи, иудеи книги Эстер, это нанесение превентивного удара. Ибо иначе все иудеи погибнут. Это тот урок, да, то есть, как бы, с точки зрения автора книги Эстер, война целиком и полностью оправдана этически. Да, любопытно, что в более поздние поколения, скажем, христианских комментаторов, таких, например, как Мартин Лютер, заявляли, что книга Эстер просто этически это просто чудовище, невозможно читать, евреи устраивают кровавую баню. Но на самом-то деле, с точки зрения автора книги Эстер, то, что здесь происходит, это как раз этическое оправдание тому, той войне, которую Бог объявил Амалеку. Здесь это находит свое объяснение. Иудеи должны защищать себя, ради этого нужно уничтожить врага, который не знает милосердия. О прошлом говорить трудно, да, как бы, книга Эстер — это книга диаспоры. Да, могли бы, можно ли было себе какой-то мере предположить, что иудеи, евреи, еврейский народ Европы сможет подняться против своих ненавистников и защитить себя? На этот вопрос у нас нет ответа. Но мы знаем, однако, что были такого рода попытки. Тоже восстание в Варшавском гетто и другие истории. Вот сейчас мы живем в своей собственной стране, когда у нас есть свое государство. Но нам еще раз напомнили, что рядом с нами находится жестокий, не знающий милосердия враг, единственной целью которого является тотальное уничтожение народа Израиля. Он при этом может прикрываться разными популистскими лозунгами, там, говорить о достижении независимости своего собственного народа, но по сути дела всего, что он хочет, это чтобы нас здесь не было. Это один из тех уроков, которые преподает нам книга Эстер. И в каком-то смысле можно сказать, что то, что делает сейчас армия Израиля, которая тоже не берет трофеи, да, в отличие от армии Путина в Украине, с которой мой референт сравнил действия Израиля, которая, как известно, грабила украинские города. Израильская армия, равно как и иудеи книги Эстер,
трофеев себе не берет и преследует единственную цель сломать хребет врагу и освободить своих пленных, так как это сделал и Давид в той истории, которую мы прочли, да, то это таким образом, опять же, некий урок, который мы можем извлечь из книги Эстер сегодня. Да, Маасе, а вот Симан Либаним. И последнее, что я скажу, здесь я снова возвращаюсь к тексту книги Дворим, которая как бы завершает весь этот наш разговор, который на самом деле является парадоксальным текстом, если вдуматься в него. Он состоит из трех стихов. Я сейчас как бы обращу внимание только на один парадокс, который есть в этих стихах, хотя есть еще один, но это тема для отдельного разговора. С одной стороны, он говорится, «Захор это шер асалеха Амалек бадерех бецетхем мимицраим». «Помни, что сделал тебе Амалек, когда ты выходил из Египта». А с другой стороны, ниже, в стихе 19 сказано, «Тимхе эдзехер Амалек митахат ашамаем лотишках». «Сотри память об Амалеке из Поднебесной, не забудь». Так что же от нас требуется? Помнить, что сделал нам Амалек, или стереть память об Амалеке из Поднебесной и не забыть этого сделать? Да, то есть очевидно, что здесь идет игра словами. «Закор», «зехер», «лотишках». Но на самом деле, как бы при всей внешней парадоксальности этого текста, можно дать вполне понятное объяснение тому, что здесь говорится. Нам надо помнить о том, что сделал нам Амалек, именно потому, что это не только прошлое. Это не только прошлое. Это прошлое, которое, к сожалению, повторяется. Повторяется не раз и не два на протяжении еврейской истории. И мы должны помнить, что ответом на то, что делает нам Амалек, единственным ответом, который может быть адекватным тому, что Амалек нам делает, это стирать память об Амалеке из Поднебесной. Это, опять же, двойная война. Война Бога с Амалеком, которая заявлена в книге Шмот, и война народа Израиля с народом Амалека, которая заявлена в книге Дворим. В тот момент, когда мы забываем об этом, и когда мы начинаем думать по наивности своей, здесь я уже выражаю свою собственную позицию, что с Амалеком можно о чем-то договориться, что можно как-то умиротворить его, что он на самом деле мыслит теми же категориями, что и мы сами. Мы оказываемся в тупике. Нет, похоже, другого способа, кроме как стереть память об Амалеке из Поднебесной. В свое время, и этим я закончу, я читал книгу, одну книгу, в которой описывалось начало деятельности халуцин, да, приехавших из Российской империи во время первых волн Алии в Израиль. И вот они пытаются договориться с филахами, с их шейхами, и говорят о том, что мы как бы готовы помочь вам наладить вашу жизнь. Мы можем жить друг с другом вместе, рядом, мирно. Как бы мы совсем не хотим что-то у вас насильно отнимать. На что следует ответ? Нам не нужен ваш прогресс, нам не нужно улучшение жизни. Единственное, что нам нужно, это чтобы вас здесь не было. А это и есть как бы квинтэссенция идеологии того, что в еврейской традиции названо именем Амалек. И я надеюсь, что эти уроки мы, к сожалению, очень тяжелой ценой, но все-таки постепенно извлекаем из истории. Я на этом завершу. И, пожалуйста, все, кто хотят задать вопросы и высказать свои замечания, сейчас самое время это сделать.
Народ, есть вопросы, замечания? Ну хорошо, пока народ думает, скажем так, я очень осторожно, если можно, да, скажем, вот такая мысль, тема. Мне кажется, Израиль, говоря Израиль как общество, в течение очень долгого времени, а может быть, как бы в истории всего существования, истории существования государства Израиля, идея была найти какой-то код, канал связи с арабами для того, чтобы как-то договориться. При этом в основе была идея о том, что есть какое-то рацио. То есть, если ты говоришь, что рацио никакого нет, да, это беспричинная ненависть. Ну, без причины, значит, как бы нечего делать, да, как бы только чисто слегка технически это отбить, да. Но с другой стороны, например, мы видим, я очень осторожно это говорю, да, мы видим, например, вот я знаю Равшерки, совсем недавно, во время войны, увидел в Объединенные Эмираты. Да. И я читал его как бы отчет. Он встречался там с людьми, которые, ну, по идее, как бы высшие, я не знаю, как это можно сказать, высшее духовенство. Они определяют там стиль духовной жизни. Да? Да. Вот. При этом он им говорил, что вот основная проблема, как бы рацио, основная проблема с арабами какая? Я не помню точно, как это называется, мог бы найти, но неважно. Идея заключается в том, что есть как бы некоторый религиозный закон в исламе о том, что земли, которые когда-то принадлежали мусульманам, они ни в коем случае не могут быть принадлежать кому-то другому. И надо сделать все, джиад и пятый джиад, и вернуть их обратно. Да. В этих Арабских Эмиратах ему сказали, нет, это неправильно, к вам это сегодня не относится. И даже более того, как бы в теоретическом плане там разговаривали, вот Рав Шарки говорил, что вот вас там, начиная с какого-то времени, превратилась устная Тора, а если бы она была, вот как она у нас есть, то вы бы как бы изменили то, что существовало в исламе применительно к современному времени. Грубо говоря, вы могли бы прийти к мысли, что нас, грубо говоря, убивать не надо, что у нас есть здесь место. Так вот вопрос, да, вот эта вот рация, которая стоит за Хамасом. Есть в этом какой-то рация, либо нет в этом какой-то рации. Понимаешь? Ну, смотри, я понимаю этот вопрос. Я боюсь, что в случае Хамаса трудно искать какое-то рацио. Но тут именно важно подчеркнуть, мне кажется, что с течением времени сложилась некоторая внутри еврейской традиции конвенция, которая была озвучена только в 20 веке открытым текстом, что на самом деле Амалек это не этническая категория, даже если он был этнической категорией. А это некоторая категория, ну, скажем так, метафизическая, которая, и тот, кто это сказал прямым текстом, был Рав Соловейчик в свое время, который в одном из своих эссе назвал нацистов вообще, и Гитлера в частности, Амалеком. Да, вот как бы это была идея. Неважно, от кого это исходит. Это может исходить от немцев, от арабов, кто-то потом назвал Сталина Амалеком. Неважно от кого. Да? Но это некоторый комплекс идей, который питается ненавистническим мифом. И в этот момент все рациональные доводы уже отпадают. То есть понятно, что среди врагов могут быть люди, которые пользуются этим мифом для каких-то своих личных интересов. И в этом смысле у них даже могут быть какие-то свои интересы. Низменные интересы. Например, можно предположить, что среди тех, которые ворвались на территорию Израиля 7 октября, были люди, которые вот просто хотели поживиться. Да, они, значит, приобрести себе что-то. Это уже какой-то рациональный интерес, хотя и очень низменный. Но есть категория людей, и все, по крайней мере, в один голос я слышал разных людей, которые лично общались и знали их из Синвара. Они Да-да. все в один голос говорят одно. Никакого рационального обоснования его ненависти Израилю нет. Это ненависть абсолютно
фанатична, не знает никаких пределов, и как бы он же не один, таких людей большое Окей. количество. Значит, с такого рода людьми пытаться наладить какой-то рациональный мост, Да, это понятно. видимо, Да. бесполезно и бессмысленно. С другой стороны, есть люди, их немало, с которыми можно наладить такой рациональный мост. Значит, и надо, видимо, это делать. Но это уже отдельная история. Мы сегодня Это, говорим Дима, именно про Амалека. это понятно. Вот короткий вопрос, который задаю такой. Когда мы говорим Амалек, мы с другой стороны уравнение говорим евреи, правильно? Когда мы говорим Хамас, я опять осторожно говорю, мне кажется, что правильно предположить, что с другой стороны мы говорим израильтяне. Если, не дай бог, скажи как угодно, израильтян, евреев бы здесь не было, а евреи расселись обратно по всему миру. Хамас бы гнался за ними и уничтожал? Скорее всего, нет. И бы Скорее стали всего, преследовать окружающий народ. Это другая история, понимаешь? смотри, мы этого не знаем, но с другой стороны, я напомню тебе так, что ты сам хорошо знаешь. Тот, кто на самом деле несет прямую ответственность за то, что заварил всю эту кашу, как бы он, конечно, был опять же не один, но Да. он как бы был выражением, Да. а именно муфтий, иерусалимский муфтий, амин. Да. Где в конечном счете он оказался? Он оказался среди немецкой армии, был объявлен военным преступником, занимался отлавливанием евреев. Значит, я не, как бы в истории нет сослагательного наклонения, и поэтому трудно сказать, что бы делали хамасовцы, если бы евреев здесь не было. Я могу только предположить, что аппетит приходит во время еды. И Окей. что вполне возможно, что это бы приняло бы и более широкий характер. По крайней мере, когда, опять же, я слышал человека, который допрашивал их из Инвара. Допрашивал в конце 80-х, начале 90-х годов. И он сказал в этом интервью, что для их из Инвара нет никакой разницы. Израильтяне, не израильтяне. Евреи. Они подлежат уничтожению. Не зря же у них находят Майн Кампф. Это тоже Ну известно. да. У них находят Майн Кампф Окей. как Но настольную вообще, книгу. наверное, стоит предположить, опять очень осторожно говорю, что все-таки отцы-основатели государства, ну, скажем, такие как провозвестники государства, Да. Бен-Гурион и так дальше, да, Да. которые как бы уже осуществляли, если бы они знали. То есть основная идея была решить еврейский вопрос, ну, как бы в положительном смысле этого слова, правильно, Да, да? Найти да. безопасное место. Если бы они знали, им кто-то рассказал, что чем 70 лет, да, Да. ненависть арабов, она станет только больше, чем может быть, что у них был бы как бы Симан Шейла вопрос по поводу вообще целесообразности с их точки зрения создания государства Израиля. Может быть, как мы знаем, вопросы на эту тему Герцль тоже Да, 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 высказывал. Но да. опять же, но это все как бы если бы то. Да, Может быть, понятно. мы не знаем, а может быть и нет. Трудно сказать, трудно сказать. Но мне кажется, что вот главная ломка, как я чувствую, которая происходит в Израиле, Да. это именно вот этот перелом, окончательное сознание, что ни в нашем поколении, ни, по-видимому, в ближайших поколениях невозможно договориться, невозможно найти рацию. Потому что эта идея о том, что найти какой-то пазл, чтобы можно было договориться, она была как бы основой существования очень многих людей. Очевидно, по крайней мере, что для того, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, должно смениться их руководство и должно Да. прекратиться, как я это назвал в своем письме, вот это постоянное вливание яда в Да, молодое да, поколение, которое, значит, да, растет на этой ненависти. да, Должно вырасти новое поколение, которое на этом да. не воспитывается. 100%. Окей. Есть у кого-то еще какие-то вопросы, замечания? Кто-то хочет что-то сказать перед тем, как мы завершим сегодняшний наш разговор? Окей. Нет, Ну хорошо, большое спасибо за этот тогда урок. всем Пурим Самеах
и надежда на то, что, может быть, этот Пурим принесет освобождение заложникам и Амен. приведет нас к победе. Будем помнить и будем радоваться. Окей. Спасибо. Да. Спасибо вам. Сурот.